На чем точно нельзя экономить, так это на безопасности детей в учебных заведениях. Ведь порой в школах происходят страшные инциденты. Подтверждение тому трагедия в Брянске, где школьница устроила стрельбу в гимназии. В связи с этим инцидентом в школах Иркутска прошли дополнительные инструктажи по безопасности. С руководителями школ провели оперативные совещания, где обсудили защищенность учебных заведений. Сейчас еще проходят инструктажи с педагогами, школьниками и сотрудниками охранных предприятий. Также руководству школ рекомендовали организовать индивидуальную работу с разными категориями детей и обеспечить всем ученикам безопасное и комфортное пребывание в стенах школ. По образовательным заведениям ездит специальная комиссия и проводит визуальную проверку организации безопасности. Подобные проверки и инструктажи Министерство образования Иркутской области рекомендовало провести также и другим муниципалитетам.